Наш трейлер внутри похож на однокомнатную квартиру. Маленькая гостиная, она же столовая, кухня и спальня. На кухне есть мебель и, внимание, газовая плита с двумя холодильниками. У гостиной и спальни висят телевизоры. Будет чем себя занять. Ехать придется не меньше 2 суток. Дом на колесах разгоняется максимум до 100 км в час. Но, кажется, это никого не пугает. Все настроены на веселую поездку. Завитинск. 14:36. Сфотографировал, выкладываю, выложил. Вот. Мы отправились в путь. Как-то так получилось, что почти все члены нашей команды подключены к Билайну. Связь на трассе нормальная, фотографии в Инстаграм выкладываются. Чтобы выгрузить видео, чуть позже подключим модем, если найдем его в нашем бардаке. Если вы соберетесь в Приморье, обязательно загляните в маленькое кафе рядом с озером. Вы его не пропустите. В само кафе мы заходить не стали, а вот к озеру прогулялись с удовольствием. Кафе у озера. Это его тут искусственно вырвали, специально развели рыбу для того, чтобы ловить и кормить людей проезжающих. Фонтанчик, у них там мальки еще были. Сейчас всех запустили в озеро. Прожорливые рыбки очень любят хлеб, а рыбок любят туристы, особенно в жареном виде. Может, попробуем на обратном пути. Наш трейлер рассчитан на 8 человек, нас 9. Как будем ночевать, пока непонятно. Но это неудобство кажется цветочками по сравнению, нет, даже не с тряской. Единственный момент, конечно, не помешало бы наличие работающего кондиционера. Будто бы в знак солидарности с кондиционером отказался работать вентилятор, хотя электричество в трейлере есть. Водохранилище Нижнебурейской ГЭС кажется таким прохладным. Расслабляться рано. Где-то здесь должна стоять знаменитая стела «Москва-Владивосток». Наверное, главное место для фотосессии на федеральной трассе. Принимайте, Паш. Хабаровские комары – это нечто. Они очень крупные и не боятся никаких аэрозолей. Так что, останавливаясь на ночевку, старайтесь реже открывать двери и окна. Душ будем принимать утром. Да, если кому интересно, девочкам придется спать втроем. Не оставлять же кого-то комарам. Подключиться к социальным сетям, взяли для этого ноутбук. В принципе, все у нас уже готово. Естественно, нам потребуется интернет. Но мы люди предусмотрительные и заранее купили модем. Модем, причем 4G. Вот этот модем, на самом деле, сейчас покупать очень выгодно, потому что он стоит всего 799 рублей. В принципе, за такие же деньги вы можете купить модем 3G, но 4G все-таки лучше покупать. Почему? Потому что выгоднее. Он развивает в сетях 3G большую скорость. Вот. Поэтому, мне кажется, лучше 4G купить и не заморачиваться. Покупать модемы сейчас действительно выгодно, по крайней мере, модемы Билайн. Раньше они стоили в 2 раза дороже. В цену входит не только флешка, но и 10 гигабайтов интернета на 2 недели. Опция называется Highway с ночным безлимитом.
Модемом мы, скорее всего, будем пользоваться и после путешествия. Дело в том, что, покупая его сейчас, можно получить 50% скидку на абонентскую плату на все последующие месяцы. Так что рекомендуем. А нам осталось проехать примерно 800 километров. Обед на границе Приморского края кажется отличной идеей. Здесь стоит единственное кафе, называется «Кордон». Электричеством кафе обеспечивает генератор. Местная фауна вполне доброжелательна. Коты везде одинаковые. Местное удобство с виду вроде бы ничего, а внутри, как всегда. Мы уже второй день в пути. Двигаемся в сторону Владивостока. Проехали 880 километров. Не надо снимать мои грязные руки. Знаешь, сколько вас грязных таких уже? Нас грязных. Таких. Пожалуйста, один бульон с фрикадельками. Даже два. Два бульона с фрикадельками. Салат селедка под шубой. А вот солянка, это которая с капустой, да? Я тоже не капусту. 847 рублей. В меню есть первое, второе и компот. Блюда недорогие, довольно вкусные, если не слишком привередничать, конечно. Она мне говорит, картофельное пюре. А, картофельное пюре. Ну, картофельное же. Ну, не совсем пюре. Вот. А в принципе, для придорожного кафе очень-очень даже неплохо. Только больше, по-моему, там была курица, кожура от курицы. Но в целом «Кордон» нас не разочаровал. Рекомендуем. Кстати, на кассе можно купить сувенир, картины, которые рисует хозяйка заведения. 1000 рублей штука. $450 за бутылку. Две бутылки 900 рублей. Так точно. Сдача у вас будет? Так точно. Продажа хорошо идет? Так точно. Нет, это не то, что вы подумали. Настоящий приморский мед продается буквально на каждом километре. Не дешево, правда, но вкусно. Вообще нам повезло, мы попали в урожайный сезон. В кафе можно не обедать в принципе, перебиваться яблоками и овощами. Их продают в деревнях. Яблоки слаще китайских, лук и чеснок выглядят как муляжи из рекламы. Мы купили всего понемногу. Кстати, самую вкусную кукурузу продают в деревне Знаменка. 40 рублей штука. Покупаешь 5 початков, 6 дают в подарок. Такая вот акция. Проезжая по Приморью, обязательно попробуйте настоящий нарзан. Литр водички стоит 6 рублей. Лучше приходить со своей тарой. В крайнем случае бутылку можно купить, но уже за 15 рублей. Рядом с кассой, кстати, есть маленький фонтан. Пить из него можно совершенно бесплатно. Разлитый по бутылкам нарзан лучше употребить в течение часа. Из него очень быстро испаряются пузырьки, и водичка начинает, мягко говоря, неприятно пахнуть. Еще одна достопримечательность – озеро с лотосами. Сопки вокруг шикарные. Делаем селфи. Связь по-прежнему нормальная. Местами, конечно, пропадает, но звонить и сбрасывать фото можно практически без проблем. Я туда, туда, да. Там закрыли уже. Здесь тоже, я не знаю, чем тут не понравилось. И они пошли туда. Ну, я им сказал, туда пойти. Так, без паники, без паники. Вон она стоит, я ее уже вижу. Юля! Он нас ждет, наверное. Он нас не... Иди сюда! Он нас не видел, наверное, что мы ушли. А мы подумали, что нашел машину. Да вон она стоит вроде. Где она стоит? Где ты ее видел? Вон там. О, блядь. А там тогда кто? Тебе что, кинули? Я сама кинулась. Зачем? Я не стадное животное. Мы думали, все. Больше остановок не будет. В Андреевку мы приедем поздно ночью. Если повезет, припаркуемся рядом с морем. Надеемся, что утром в понедельник будет хорошая погода, и мы, наконец, сможем охладиться в Японском море. Первая
там вообще капец. Да? Камни крутые? Опасный подъем. Знакомство с Андреевкой. И удачная рыбалка. Большая у нас страна, и люди в ней разные. И Ролтон везде свой.